У ефірі програма «Навін регіону» у студії Аліна Мірішенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Плани на будучиню. Могилевскую строммашину наведав старшиня профсоюза у Беларуси. Ефектно и драматично. У Могилеве панує март-контакт. Знов оранжевое попередження. Якой будет третья декада соковика? Выйти на европейский рынок, поудельничать у тендерах калийной галины и досягнуть среднемесячного объема у 4 миллиона белорусских рублей. Такие планы у Могилевской строммашины. Завод наведу и погутеру с коллективом Михаил Орда, старшиня Федерации профсоюзов Беларуси. Предприемство находится у стане санации. Под час оздоровления смогли заключить выгодные контракты на выраб тюбингов для калийной вытворчести. Але зараз стоит востро пытание про модернизацию станков предприемства. Выступаем за то, чтобы это предприятие было сохранено. Эти 1200 человек были сохранены и работали, и дальше предприятие работало. И, безусловно, в этому предприятию надо помогать. Но самое, еще раз хочу сказать, важное и главное, что в конце туннеля уже есть свет. И он сегодня виден, у людей есть хорошее настроение, у руководства предприятия есть планы. И не только планы теоретические, а практические. Есть пакет заказов. И это уже говорит о том, что предприятие сегодня работает, что оно сегодня не стоит. Это самое важное. Амаль 30 працаўнікоў Магілёўскага прадпрыемства теплоэнергетыкі ўзнагародзілі ганаровымі граматамі і падзякамі з нагоды прафесійнага свята. Гэта работнікі ўсіх напрамкаў дзейнасці прадпрыемства. Многія з іх добра сумленна працуюць тут шмат гадоў. Я почти 12 лет тружусь на этом предприятии. В общем-то, мы очень большую работу делаем для города. Это приятно каждый день отдавать тому, знать, что люди, весь город, все наши жители нуждаются в тепле, в горячей воде. Приятно, конечно же. Это семья. Это действительно семья, в которой я работаю очень давно. Руководство у нас хорошее. За что получили грамоту? За добросовестный труд. Что чувствуете? Гордость. Сегодня мы шагаем в ногу со временем, применяем все технологии, берем опытом соседних, значит, наших городов, либо стран, вот, и внедряем тоже, чтобы соответствовать сегодня 21 веку и быть лицом, достойным лицом города Могилева. Фотоздымки 10 передовиковой творчести разместить на дошцы гонору Могилевского предприемства теплоэнергетики. Эффектно и, как мае быть, драматично. 14-й международный молодежный театральный форум «Март-контакт» распачался у Могилеве. Урочистое открытие по традиции прошло в областном драматичном театре. Головная культурная подея весны этим разом поширила географичные межи и репертуар. Жадаешь эмоций – иди у театр. Так лечит могилевский глядач, бо не глядячи на суперсучасные технологии, живое не могут заменить ниякие гаджеты. И «Март-контакт» – уникальная идея, якую чакают. Мы ходим каждый год на март-контакт. Но на самом деле все разные, разные подходы, разные. Есть очень даже такие современные идеи, поэтому молодежь. Есть перформансы, есть более серьезные, то есть можно найти все, что угодно. Для того, чтобы подумать, для того, чтобы сделать какие-то выводы, сделать открытия для себя какие-то, для развития вообще в принципе. Штогод на март-контакте амаль 80% афиши – это новые театры из нескольких краин. Убачить их спектакли поза форуму практически немагчыма, тому в Могилеве ценят и фестиваль, и увогуле театр. Министр культуры Беларуси Юрий Бондар со сцены витал гостей и глядачу форуму и зазначил – март-контакт – соправдный скарб сучасной культуры. В будущем они создадут основу современного белорусского искусство, то, что будет описано в учебниках, об этом будут говорить преподаватели, студентам творческих вузов. Поэтому мы сегодня создаем историю белорусского театрального искусства. Форум открытый, простые слова заступают место мастерству. На сцене Тартюф Питерского театра «Майстерня». Классика упрыгожим оформлении и изразумела про наше житё. На свете не
Штодня на форуме глядачов чекают новые постановки, майстер-классы, встречи. Долучайтесь до театрального руху. Кристина Кранкевич, Виталь Алексеенко, новини региона. Прикладно 5000 человек поглядят спектакли Международного молодежного театрального форума «Мартконтакт». Его называют культурной инновацией, и Министерство культуры, как засновальник, готовое подтримливать Могилевский театральный форум. Підтримка молодих талентів і розвиття мистецького густу – важливі мети форуму. Про це йшла говорка на прес-конференції фестивалю. Я обратил внимание, что одна из лекций в рамках специальной программы фестиваля носит такое звучное название «Белорусская драматургия. Любить или ненавидеть?». Согласитесь, очень интересный вопрос. Хочется поискать на него ответ вместе с участниками фестиваля. Сегодня у «Мартконтакта» добрая экономика. 60% выдатков от продажу квитков. Причем большинство сёлета были продадены у первые два тыдни. У Беларуси идет рост цікавості до театрального мастерства. Плюс 60 тысяч глядачов летось. Первый спектакль форуму «Гэта мы» у постановцы украинского режиссера Стаса Жиркова так само можно назвать инновационным. Он начинается с залы. Сколько всего, Василя, не бачили? Ну, такие маленькие, шустренькие такие. Урешті три лави, святло і 7 актерів на сцені, і кожна іграє усі ролі. Головного героя – жанчини, мужчини усіх узростів і соціальних становищів. Столичний жихар шукає у глибинці своєї корені, і у його історіях про нас є усе – і веселе. Я зробив спробу встати. Куди? Сядіть. І сумне. Ти сівалася. Сегодня театр – это не просто обмен живой энергией, это махчимость знайти отказ на головное питание життя. Кто я? Для чего я? Что добро, а что дренно? Говорит, что человечество вечно будет шукать на их отказы, а значит, вечно будет иснавать театр. И актеры будут рассказывать нам истории про нас. Про все, про белорусское, про життевое, про человечее. Все, я здається, мне здається, что все почули, потому что зал реагировал у ті моменты, які были потребны для нас, каб нам было легче. И это было вельми приємно. Нам вельми сподобалось сегодня у Могилеве и вельми приємный глядач. Снежана Крижевич, Илона Иванова, Виталий Алексеенко. Новини региона. На гэтым тыдні асаблівая ўвага грамадства прыцягнута да сонечных дзяцей. Ва ўсім свете адзначылі міжнародны дзень чалавека з сіндромам Дауна. Таму Магілёўскі карекцыйны цэнтр запусціў акцыю «Не разам, а побач». Яе мэта прыцягнуць ўвагу магілёўчан да праблем людзей з сіндромам Дауна. У межах акцыі правялі фотасесію сонечных дзяцей з корэспандэнтамі нашага тэлеканала. Фотаздымкі можна ўбачыць у арт-акне. Очень хочется, чтобы их было побольше, может быть, в другом формате, но чтобы люди больше знали про наших деток, про вообще таких людей, не стеснялись, не боялись, а понимали, что это просто немножко другие дети, люди. Дети – это наше будущее, а такие детки, таким деткам нужно быть ни в коем случае неравнодушным, потому что они тоже способны, они творческие люди, среди них очень много и знаменитых и актеров, и артистов. Главное, правильно, чтобы к ним подход правильный был и должное внимание. Я считаю, эти выставки очень нужны людям, тем более людям с ограниченными возможностями. Это всегда заставляет их чувствовать менее аутентичными, наверное. Находиться как-то на публике, да и тем более, если они видят себя на снимках и на снимках публичного плана, наверное, им это нравится. Внимание всегда приятно. С цацками на хоккей доброчинную акцию под названием «Мишка Пат» организует мясцовый хоккейный клуб. У субботу на Лядовой арене Могилева пройдет заключный матч регулярного чемпионата Беларуси. Одразу после его завершения болельщики, что прийдуть на гульню с мягкими цацками, смогут кинуть их на хоккейную пляцовку. Плюшевый фейерверк пройдет в Могилеве четвертым разом. Собранные цацки передадут у СОС «Дитячая вёска Могилев». Засталось узгадать початок сустречи у 13 годин. Уваход на гульню свободный. Наш соперник – хоккейная команда «Витебск». И про надворье. Оранжевый уровень небезопасности из-за мощного ветра обещают синоптики на субботу. У ночи порывы складут до 18 метров за секунду. У день ветер будет неустойливый. Разом с этим синоптики кажут, третья декада соковика чекается на 2 градуса теплей за среднеклиматичную норму. Самые актуальные новины в области на сайте tvrmogilev.by, а так само в группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь. Дякую за увагу и до встречи.